блогерами, но этого не приветствую. Я поднимал культуру, когда не было денег. Что слезы, пот и боль, делал песни про пенсии. И беда это не то, чтобы люди играли, ребята, как будто не играли. Это не имеет реакции, где блоку Артура, тем более автору ел доказы. Пишите в Freedom Movie, там диалоги, демагоги. Как все видно, но нужно понимать, что каждый из нас это микроблогер. Что-нибудь объясните мне, что за прекрасный город. Понимаешь, ты нас всех достал. Мы тут строили, и наконец построили. Простите. Дайте